по-старчески, по-дедовски решили ворваться в молодежные тренды вот эти вот. Чувак. Да ну конечно коснется, я взрослый мужик. Мы все это хаваем, у нас нету выборов. Ну что, родные мои, всем добра, безопасной, комфортной среды обитания. Вы находитесь в обители в сратах тренировок, с закислением просто с того, где все начиналось, собственно, зал петербургский атлетической направленности Нева 33. Мы здесь проездом, мы сейчас московские, вот сейчас мы в Питере, собственно. И пользуясь замечательной возможностью, пока мы тут, можно сказать, ну, таким интересным составом, интересным коллективом, по-стариковски, по-старчески, по-дедовски решили ворваться в молодежные тренды вот эти вот, короче, где вот эти вот всякие там юноши и дети осуществляют всякие спортивные или околоспортивные тикток-челленджи. Посмотрим, как зайдет это. В принципе, прикольно, весело, и вы можете видеть, что сегодня состав Старой Гвардии, дед номер два Гагита Накатаич. Здравствуйте, с вами почти возраст, меня зовут Гога, и всем, как ты говоришь, комфортная среда питания. Комфортная среда питания. Всем, ребята, еще и регенерация. Че у нас, тик-так, шляк, челленджи? Да. Ой, мне нужно молодежно говорить. А, подожди, стой. Хей. Эгегей, как дела? Мне кринжово. Ну да, ежевично. Собственно, ладно, шутки, прибаутки убирать не будем, они нам сегодня пригодятся. Я сказал, что состав сегодня у нас интересный. К нам попала женщина, вообще не знаю, каким образом, совершенно случайным. Здравствуйте. Сегодня мы ее оттиктокаем. Оттиктокаем? Ой, оттиктокаем, да. Ой. Делаем много всяких челленджей. Там прикольные, вот как раз для многих нужна девушка. Ты как по спорту расскажи. Я спортсменка. Люблю. Слушай, спортивку. Я чувствую, у нее гладкая кожа, не то, что у тебя. Блин, я побреюсь. Я балерина. Серьезно? С каким стажем? С каким стажем? Прям с детства занимаюсь. Скажи что-нибудь на балеринском. Ну, ты знаешь, вот гранд батман. Да нет, это плие. А нужен гранд батман. Это ножку кинуть. Заводная балерина. Есть, подожди. Стоп, ребят, есть граунд пан. Как это? Граунд пан. Граунд пан. А есть кинг батман, короче. Это вот так? Да. Подожди, я сейчас сделаю просто. Граунд пан делаю. Смотри, смотри. Попу не отпрячь. Ну, а что по попочке? Он специально. Стоп, где выступаете? Кремлевский дворец. Это вам не просто видео, блядь, уровень. Кремлевская балерина. Это вышка, классика. Собственно, я не спал всю ночь. Выбирал челленджи, короче, в ТикТоке, да. И будем, в общем, всяческие непотребства исполнять. Если... Но я вообще о них не знаю. Это хорошо. Глаза не видела, поэтому... Эффект неожиданности, это же прикольно. Рекламная пауза. Найден универсальный подарок для вас и для ваших близких. CG Pods от тюменской компании Case Guru, которые вошли уже в топ-5 наушников России. CG Pods можно купить 4 раза дешевле понтовых яблок, а количество функций в разы больше. Самая главная функция, как по мне, это влагозащита. В них можно принимать душ, попадать под дождь и даже плавать. CG Pods можно купить... в 4 раза дешевле понтовых Apple AirPods. Важно, что звук у CG Pods ни разу не хуже яблочных. Автономность до 20 часов. Ни для кого не секрет, что девушки любят ушами. Хочешь быть услышанным? Тогда вам для этого нужны CG Pods Lite с самым маленьким антистресс кейсом. Совсем как маленькая коробочка для кольца. Девушки в восторге и щелкает магически. Брутальнейшие CG Pods 5.0 в кейсе из авиационного алюминия, который выдерживает до 220 кг. Запредельно надежнейший девайс для активного использования и для таких шалопаев, как я. То есть и через забор прыгнуть, и уронить, и ничегошеньки с ним не будет. Доступно аж 11 команд.
А благодаря своей физиологичной конструкции прекрасно и замечательно сидят в ушах, и они не выпадут у вас при каких-то действиях, например, беге или выходах силы на турнике. Купить их можно только онлайн за 3990 рублей. Это честная и прямая цена, без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии на эти наушники, а в случае какой-то неурядицы меняет их фактически сразу, без всякой диагностики и ремонта. На мой субъективный предвзятый взгляд, это отличный подарок для любой ситуации. Переходите по ссылке в описании на официальный магазин производителя. Там вас ждет приятненький подарочек от меня, вот по этому промокоду вы получите 200 рублей скидочки абсолютно на любые наушники марки CG Pods. Собственно, первый челлендж. Блин, ну хорошо, что у нас есть женщина, потому что... Ну потому что, мне кажется, это твоя тема. Смотри. Гога все-таки попластичнее, у него все-таки жепа меньше, то есть у него жепа его будет меньше переваливать. Мне кажется, моя жепа утиная, она меня завалит прямо максимально сразу. И эти зазоры. А руки, подожди, руки. Подожди. Снапы. Я попал. Видишь, Гога? О, есть. Чувак, у тебя полметра там. О, точно. Я возмущен, подожди. Что не так было? Оценка. Ну все, в принципе. Все плохо, но я считаю. Я без комментариев. Ну вот, вот, ну руки можно так, ну так. Ну не, нормально. Да, хорошо. Ты видал? Подожди. Адаптация, адаптация. А кто это у нас крабиком тут стал? Чего? Вот. И чего дальше? Ну, чувак там, это вообще, ну это типа очень тяжело что-то мне. Да я, может, поширше встану? Ширше. Не, ну я могу присесть, в принципе, тут окей. Ты поширше, поширше. Ага. Ничего. Не, бля, это какая-то бесконечность, моя жопа, по-моему, ну... Уже там ничего там не было. Я еще ближе встал. Ты видел? Мне сложнее. Ты это снял? Мне еще сложнее было. Просто ногтями. Ну тоже такое же, мне кажется. Короче. Опа. А что это? А что случилось? А что происходит? Давай. Ой. Давай. Ты видел, нет, Гога сделал. Ну типа он кое-что сделал в натуре. И хватайся, хватайся за меня. Давай, хватайся. Все, есть, было. Было. А то эту грязюку отряхнуть надо, не забудь. Смотри, сзади, да, грязюк. Ты если что. Не, нет, серьезно. Нормально, легко, легко. Было нетрудно. Ну это херня. Нормально, это сделай. Хуяни, ху, хуяна. А вы чё, блядь? Я не знаю, ну так получилось. Ну, толкался просто. Я толкался? Да, ты толкал. Парень плохо работает. А, бля, извините, только с мужчинами, бля. Сегодня так. О, вот это классно. Сто пудов не пройдет. 100%, 1.00% О, он тут? Я почему-то уверен, что вывезу вот здесь. Ты первый вывез. Мне кажется, первый вообще чисто для досок, блядь, для соломы, короче. Вот, ну, не, ну, там... Челлендж. Я там... раскрыл. Прошло, слышь? Ну цепляй. Да и чё цепляешь, такой жоп. А может булки раздвинешь так руками, типа? Ну тебе жопу вытрет вот этим скотчем, понял? Она пройдет. Я вот все максимально прижал жопу к полу. Да ну конечно коснется, я взрослый мужик, конечно. Я так сказал, так и будет. Ну что, ваши ставки, господа, тотализатор. Не пройдет, ой, у нее там все хорошо так же. Ты видел? Ты видел? Вообще, чувак, просто ну. А как так? Почему безобразное отсутствие жопы Гогина задето? А здесь прекрасный женский орех. Да в плане, бля, у меня...
останешься? Как оглобля, блядь. Твои ставки. Мои ставки, блядь, сейчас его бампер, короче, остановит вот эту махину. Давай, смотри, подожди. Подожди, вот застряла буксир. Это заново. Слышь, она это, буксир. Заново. Подожди, сейчас я рассосредоточусь. Давай. Блять, ты мне на ногу наехал с полудурой, блядь. Тупой челлендж вообще. Давай, какие? Нет, да ты прям какие, стой. Как Иванов. На кифозе его еще становилось и на его. Родоса не кифоз. Ну че, вот, вывозная на этом челлендже. О. Блять, других нету, что ты тут думаешь у меня, блять, стульев что ли всяческих? Блять, что-то как-то дебильный, слушай. А что ты не то, что ты не то? Я еще пизжи сделал. А, ну да. Я думаю, первое зачли. Но так как у нас нету эталонного стула, который был на видосе, у нас есть вот это. Мне надо упереться ногами. Слышишь? Она сделала вот так! Да, отвратительно выглядит просто. О, привет, как дела? Водичка есть? Подожди. Не, ну было, мне кажется. Было. Да, 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 сейчас было. Че, мне, да? Да. Вот, давай. Хорош. А, месье, вам водички? Да, конечно. Пожалуйста. Все, отлично? Ну да, отлично. Я как свинья попил, да. Ну, ягодицы на меня. Сука, мне кажется, легче. А попробуй пятками. Давай. О! Ну, было рядом. Было очень круто. Да. Бля, как по-балерински пьет, видел, как балерина, бля. Мне кажется, мы в лицо себе просто стаканом. Бля, это было красиво, я даже не понял, как она там оказалась. Ну, это такое тоже. Мужик, у меня нет толстовки. Короче, ты прыгаешь, за капюшон ее вот так вот тянешь. Да я понял. Пока летит, тебе нужно вот сюда вот ногу свою похабную засунуть. И, собственно, чтобы она слетела. Да. Че, не за? Не, ну ты прыгай хоть. Типа в прыжке прям. У нее нога болит. Не, нормально. Ты прыгнул сантиметров на 5. Ай, чёрт! Ну, не так, конечно, элегантно, как тот гражданин. Мы все это хаваем, у нас нету выбора, потому что у нас одна толстовка и один Гога. Ну, как бы я в его толстовке. Будет настолько туго, что если я начну исполнять, я либо застряну, ебну с ней, либо она порвется. Тут как бы, ну, зависит от толстовки. А, 10 носков еще нужно вкрутить. В качестве инвентаря для данного челленджа будет выступать силибонизированная безрукавка из магазина Blood Shop. Купи. Посмотри, как она выглядит. Зайди. Она подходит и для светского раута, и для челленджа из ТикТока. Выбирай. Я сейчас ее сниму, а Гога оденет. Ссылка внизу. Стиль ебучий конспирационный лес. Ты че? Вообще что ли? Не знаю. Как там, берега путаешь? Ну ты берега походишь? Ну, что такое? Что происходит? Я запутался. Витя! Ты черную футболку передаешь? Наизнанку. Наизнанку? Мне еще вывернуть ее надо? Давай быстрее, Витя, давай. Давай вперед уже. Че, и 10? Да. 3, 4, 5, 6. Легко его. Изи катка, Blood Shop. Оценка. Красавчики. Ёб твою. А два вопроса. Где мой энтузиазм? Блядь, нихуя, заебись. Было? Нет, не совсем. Бля, не хватает. Не, я не увожу, бля. Никак. Гог сделал, все, идем дальше. Да, идем дальше, все. И че? А почему музыка такая дебильная? Давайте. Все, я просто на руках не... Давай здесь повесим. Готовы? Да. Все, давай, с тебя начинаем. Какой рукой? А какой тебе удобнее? Давай.
Было. Все, хорош, нормально было. Давай еще. Давайте. Все, нормально. Еще сможешь, да? Молодец, да, давай. Круто. Давай-ка. Спокойно, ну. Все. New challenge. Бля, это тебе. Ага. Поняла? Давайте все вместе палки возьмем. Ну, короче, не, вот с этим как бы проблем нет. Да, сейчас я пробую, да. Бля, у меня стол. Тяжелая палка. Смотри. А, сейчас колено, подожди, сейчас. Сейчас, подожди. Нет, не держу. Связка, немножко. Ну было. Ну как? Вообще! Дай тоже что-то попробуем с ним. Хочешь с ней? Зажимай проще. Было? Да. Было. Треугольником, да, будем делать? Треугольником! Нормально устроилось. Давай, раз, два, три, ван! Что-то у вас... Три! Фу! Какая-то хуйня, мне кажется, нет? Мне кажется... Не, ну было прикольно в моменте. Но это, наверное, все-таки не то. Да, нас немножко не напряглась. Там и члены же заканчиваются, блядь. Бля. Ой. Охо, погнали. Бум. Пере-пере-пере-па-па-па-па. Бум. Завали, пизда. Мачу, бум. Три. Тихо. О, о. Ну, было? Да, нормально. Так, окей. Три. Хач. Да, нормально. Нормально. Не считается. Так, получается, что... Тяни меня. Не, мне нормально, в принципе. Давай. А подожди, а дальше что? Ну и вот на плечи я к тебе встаю. Да, очень хуёвая затея. Давай, раз, два, три. Надо повыше прыгнуть. Давай. Подожди. Да нет, надо было, я бы тебя за икру взял. А у меня плохо перевесилось. Было. Отжиматься можешь? Бля, интересно. Да, я сделаю. Давай, вытягивай. Четко. Все? Да, теперь от вас, от каждого по челленджу. Думайте. Ну, я пока предложу. Одна рука хватается прямым хватом, другая обратно. Локоть упирается в корпус. И наша задача сделать бицепс. Отвечайте меня и Витю. Нас обоих отмечайте. Но кто вот сделает с двадцаткой, вот прям, именно вот так, ну, это будет, мне кажется, сильно. Присед дракона. Вообще. Я его в инсте давал, на ютубе не давал. Короче, ваша задача осуществить вот такое приседание. Пробуйте тоже, отмечайте меня. Это челлендж от нашей прекрасной гости. Это приседание с полупальчика на одной ножке. И нужно еще подняться. Ну давайте, пробуйте, прикольно. Хорошая гимнастика для стоп. Нам вообще вот зашло, это первое впечатление, максимально. С девчонками вообще супер, вот эти челленджи делать, вообще шикарно. Короче, как вам такая рубрика, напишите, пожалуйста. Если понравилось, зашло, напишите, скидывайте челленджи, какие хотите, чтобы мы сделали, собственно. Осуществим, сделаем для общего развития, для нас и для вас тоже. Весело, прикольно, задорно, прекрасный досуг.
Пробуйте, отмечайте, что получилось, что не получилось. У меня болит все. Ну что, ребят, было весело, задорно. Я, в принципе, люблю такие приколюхи, люблю, когда атмосфера такая, ну, типа, хихеньки да хахоньки, шутечки. Да, припахали меня. Да, плюс еще, ну, прикольно, когда еще барышня рядом, ты такой, да, да, сейчас покажу. О! Обязательно, прям обязательно накидывайте комментарии, ставьте гагациты, сплетните в комментариях. Ну и всех обнял я. И желаем прекрасного настроения. А сейчас, сейчас. Такое. И такое подписывайтесь, конечно, подписывайтесь. Колокольчики, ссылочки, колокольчики. Она на пояснице стоит. Давай, тебе по кайфу. Как будешь готова, говори. Так, значит, подожди сначала позицию. Так, ага, все. Тормози сверху. Раз, два, три. Так. Так, что там дальше? Теперь. А еще на код. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Вот стоите. И теперь. А, ты решила так, да? Тихо-тихо, больше делай. Да. Раз, два, три. Опа! Ну там типа раз, два, три такой. Не давай ей руки раньше времени. Она рассчитывает раз, на них. Два, три. Я не подпрыгну. Ну ладно, тут личка. Раз, два, погнали! Ты ловишь? Я ловлю. Я в невыгодном положении, если честно. Два. Подпрыгивай. Опа! Ты от моей головы можешь отжиматься. Раз, два и пошла. Хоп! Хорошо. Почти. А, раз, два, пошла! Хоп! Ну, тут Витька должна встать. Не, она я должна глубже встать. Ну да. А куда? Давай, давай, давай. Высоковато. Ну, здесь надо сейчас, чтобы ты подпрыгнул. И раз, раз два, три. Хоп! Бля. Держу. Держишь? Держу. Подожди. Бля. Ноги соскакивают. Отпускай. Вот, все. Все. Было. Ну, было и было. Что, пройдемся? Да. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Больше не отходи. У меня самому страшно. Поэтому ушел. Что, до колец идем? Давайте. Давай до колец. Все, хватайся. Да так, крутится, крутится. Чик, Витька. А потихоньку отпускай. Да я. Я красиво уйду попой. Да, хорошо. Ой.